Приветствую вас на канале Asmo Deplay. Мы продолжаем играть про зомбиков. Кто он там? Какой-то там лихт. Точно, точно не могу выговорить. Ну да и ладно. Зомби, есть зомби. Игра, совмещенная с паркуром и нежитью. Да. Только, блин. Долго, блин, так и не прочитал. Надо будет прочитать потом, что там. Какая-то девчонка мне что-то сообщала. А вот здесь... А где тут можно у вас оружием-то разжиться, хлопцы? Столько оружия было, куда дели? Ну, твари неблагодарные. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас по миссиям, задания. Договор с Раисом, так. Свяжитесь с ВГМ. Понятно, это мне надо за линию выйти. Ой, а мне надо еще и оружие. Подождите. А чё вас так много-то и сразу все ко мне набежали? Вот. Следом. Хоп. Хей, хоп. Так. Добить этой палкой уж вас. Подожди. Да стой. На. Ой, она уже не действует, подождите. Во. Вот это секира. Стой. На. Это вот... Блин. Так. На. Как-то так. Ага. Блин, давай, давай, давай. Еще бег сейчас прокачаю. Хоп. Эй, хоп, хоп. Опаньки, опаньки. Связываемся. Так, читать, читать надо. Crane here. Это Крейн. Говори. Еще одно поручение Райса, теперь уже грязная работенка. Он отправил меня вымогать взятки у местных уцелевших. Блин, кстати, да. Делай все, что он велит, и держись поближе к нему. Помни, что стоит на кону. Конец связи, конечно, да. Так. Вот оружие бы мне. Так, так, так. Спокойно. Вот эти бомбочки, так-то они хорошие, только, блин, добывать их. Да? На. Ой. Ладно. Стой. А мы сюда. И хоп. Эй, хоп. Кому чё, кому чё. Кому хер через плечо. Ладно. Только мы вот сюда вот надо как-то нам обыграть эту ситуацию. Так. Да, сейчас размечтались. Карим, I'm by the wheel station. Took you long enough? Так, я на месте. This is just the first stop. Давайте для начала что купим? Армейскую лопатку купим. Вау! Тяжелую кувалду, это нам надо, я точно помню, что-то нам короткий складной нож, да я думаю, не знаю, простой молот. Вот серп, а мне никак его не взять. Простой молот, так, армейская лопатка, грубый клевец, так, изолента, пластик, клинок, жестянка. Да вроде пока ничего такого не надо остального там. Так. Вы что-то умеете делать мне на халяву, сможете, нет, забабахать? Ну давай. Ты Джафар? А кто спрашивает? Важно, что меня прислал Раис и что ты должен ему денег.
Я тебя никогда раньше не видел. Как по мне, ты просто не пойми кто. Отвали. Как насчет того, что я сломаю тебе обе ноги и притащу к Раису Волока, и он сам объяснит тебе, что такое добровольное сотрудничество? Ладно, боже, ладно, теперь верю. Только у Раиса такие подонки. Вот ни хрена ты меня приплюсовал. Вот твои деньги, держи. И если я приду еще раз, я буду очень любезен. Будьте как дома, все такое, только не бейте меня, ладно? Да договорились. Че, я зверь, что ли? Карим, it's me. Так, это я. А что там такое вот? Повышение уровня ловкости. Подождите. Навыки. Что тут можно сделать? Так. Так, станьте лучше в паркуре, бегайте дольше, крепкайтесь, набирайте ловкость, быстрее получите доступ к новым способностям. Конечно, давайте вот это. Нам еще бегать и бегать. Вот это я даже не знаю, что это закрыто. Это, видимо, не на этой... Так, ладно. Второй где-то там. Опа! Ого-го-го! Вот этот мешок вот сюда вот падает, что ли, или как? Прыгаешь. Так. Да подожди ты. Я вообще-то другое смотреть хотел. Вот так вот. Да уйди. Пошли вон. Так. Хоп. Чё, не ожидал, что я так бегать умею? А я умею. He wields a lot of power, scares a lot of people. Он тут всех прессует. Ой. На. Пошел отсюда, вот туда иди. I'm doing the best I can out here, Брекен. Блин. I'm infected too, remember, believe me. Да тихо ты. All right. Here's hoping you can make it back. На. Вау. Сейчас бункнет. Да? Тихо вы. Блин, как вы меня достали? Опа. Да опаньки. Пошел отсюда. Хоп. Паркур, давай, давай. Блин, шестой уровень. Чем дальше, тем сложнее нахрен. Вот это реальная игра, настолько рассчитана, чтобы тут бегать, чтобы все это прокачать. Да не. Подождите. Так, это что у нас? Пошел отсюда. Пошел, ну-ка, уйди. Прочь. Да, блин. Уйди. Блин, блински. На. Хоп. Так. На. Бам. Вот так. Ой, а я здесь был. И воевал тут. С кем-то. Где-то тут что-то можно купить, продать. А, нет, это значит в другом месте. Тяжелый рыбацкий нож. Нож крюк, простой молот, короткий складной нож. Кувалда, простой топор. Нет. О. А как? Итак, отравленный дротик я не могу. Почему-то ограниченное по времени предложение. А почему ограниченное? Какое-то определенное время надо или что? Я давайте возьму. Ой. Это я что, купил? Так. Ладно, давайте посмотрим так.
Не так, в общем, чертеж где-то взяли, где он там, я не знаю. Но зато... Зато... Так, дубина, лук. Пузырез, блин, так и не воспользуемся. Блин. Ой. Нам точно туда? Точно туда. Открыть. Ай-яй-яй, кто же здесь живет-то? Закрыто, да? Тихо. Это что за... Фу! Что такое? Так, раньше не видел. Большой раздум. Там взял и взорвался. Мы же их зовем так. Бомба, уничтожитель мутантов, чтобы... Так. Все, кто в радиусе 3 метров. Так. Ну так что там с курьером нашел? Блин. Нет, не было там. Только хреновые зомби. Тогда тебе придется идти в поселок, найдешь парня по имени Гюрсель. Понятно. Так. Гюрсель, значит. Блин, ну куда идти-то? Вот по пути проводу этому, вот, который наверху. По нему бы пройти. Что здесь есть? Ой. Давайте, я теперь знаю, как. Блин. Подожди. Понятненько. Вот. Блин. Чуть изменяем. Открыли. И что там такого интересного могло быть? Блин. Инвентарь. Тяжелый топор дровосека. Я тебя вообще случайно, наверное, взял. Люпус. Нет. Вот тяжелая вырубная кувалда. Ну и вот, блин. Армейскую лопатку, короче. Мало ли, что-то мне там. Дашь, подашь. Все понятно. Значит, надо выходить отсюда. Без проблем. Так, у нас мощнейшее оружие. С ними мы не пропадем. Вау! Ну а что у вас так много-то понабежало? Блин, отравил, что ли? Ай-яй-яй-яй. Ладно. Смотрим. Так, а здесь я могу где-нибудь подняться или что-то в этом роде? Как вы меня видите, слышите или что? Так. А, нет, смотрите-ка, пока дорога вроде как есть туда. Давай, беги. Так, немножечко осталось. Опять к морю. Что показывают? Опять море, да?
Так, мне куда? Мне сюда. Хоп. Хей, хоп. Да подожди ты. Я же тебя не видел. Чё ты сразу кусаться? Блин, нет, так не получается. Уа-а-а, стой. Мама, не горюй. На. Бум. Неплохо, неплохо. Так, а мне куда? А как туда попасть? По мосту, да? Так может не... Ага, вон лестница. Кто булькает? Э? Кстати, у меня что? У лука нет? Есть? Огневая мощь 400. Кстати, а я какой сделал? Да такой же поди сделал, да? 400. 400. Ой, ой. А куда это вы? Да подожди ты. Хватайтесь. Носочные мои кусочки, облизывайтесь. А ну-ка пошли прочь. А, загляделся. Да. Блин, загляделся, пролетел мимо. И такое бывает. Хоп, хей, хоп. Хоп. Идите, идите туда. Вы там погорите как раз. Ой. Блин. Сюда, сюда. Вот как так? Че, вплавь нельзя, что ли? Я что, плавать не умею, думаете? Да уйди. Уйди. Блин. А что здесь за блокада стоит? Хоп. Давай, 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 давай. Хоп, че, хопаня. Э. Э, это что за под... Так, не понял. Я пробежал, это под мостом, блин. А какого хрена вы меня сюда заманили? Своими картами. На. Да уйди. Вот так вот. Да блин. Вам тело моего охота, да? Кому еще комиссарского тела? Хоп. Хоп. Вот они просто появляются. Теперь я хоть увидел, откуда вы беретесь, когда я вас уничтожаю. На. Хренушки вам. Значит, вас в любом, если в этом месте вас должно быть много, в любом месте, значит, по-любому вас будет много. На. Нахрен, я помер. 800 очков выживания, блин. Жирненько как-то. И откуда я начинаю? Блин, отсюда начинаю. Нати, нати, выпустите. Теперь я знаю, куда бежать. Меня не догонят. Не поймают и не сожрут. Ой. Ой. Извините, мы здесь не местные, мы мимо. Мы вас не будем тревожить. Так что не надо тут. Блин, я вниз. Хоп. На.
На! Блин! Ух ты, бабка Фрося какая! На казаков нарываешься? Ух! Так, а мне как? Мне, наверное, лучше по туда все-таки, да? Ну давай, ползи. Хрен там, да? Ладно. Подождите вы. Разлакомились тут. Так, мне туда, туда. Хопа. Да, кто там воет? Я же не вою, когда голодный. Чё вы воете-то? Ой. Блин, блински. Да как я в прошлый раз тут проходил? Ладно, пойдем. Ой. По самому берегу. Так, а что у меня? Да нет, мне не это надо. Так. Блин, на вас только такой нож трачу. Куда? А, кстати, он же плавать вроде умеет. Я же где-то в воду тогда булькался. Хоп. Хоп. Так что если по краешке пойду, вот так вот я должен выйти на берег, да? Вот он плывет. Интересно, это как вообще будет считаться, за паркур или как, или за плавание? Не вижу. Я думал, это зомби. А это, оказывается, просто какая-то деревяшка. И опаньки, ни хрена. Что здесь делать? Ну, кстати, здесь-то жить, да, можно. Хрен кто достанет, да и в воде, я думаю, они не плавают. Куда-куда? Спокойно. Да беги уж. Okay, Kareem, I'm outside the village, but there's a whole horde of infected in there. Бам! Взорвался. Ой. А куда, куда, куда? Куда мне надо? На. Ну, вроде как я был. Посопутствовал этому. Так. Не понимаю. Стой, 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 стой. Задание. Закройте ворота, уничтожьте мутантов. Да уйди. Давай. На. Так. А, за дверями. На. Все, лежи. Ой-ой-ой. На. Подожди. На. Да подождите вы. На. И еще разок. Да не этой надо. Вот этой вот шашкой. Кабардино-балкарской. Так, надо их выпотрошить. Где вы? Давай. На. Подожди, не то. Не то. На.
Нормально так вспыхнули. Так, что у меня сейчас? На. Что, остался в живых? Сейчас мы это исправим. Недоразумение. На. На. Где ты? Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Давай. Вот так, вот так, вот так. Что тут есть? Блин, блинский. Забираем. Это мы, конечно, заберем. Где-то здесь что-то есть. Открывай, сова, медведь пришел. Кто здесь? Нужно забрать кое-что. Боже, он из банды Райса, что делать? Пусть убирается, попроси его вежливо, может он уйдет, а еще лучше отправь его к Гюрселю, он разберется. Поговорите с Гюрселем, он живет над магазином. Хорошо, мы поняли тебя. Ну правильно, что опасаешься и незнакомым не открываешь. Там есть кто-нибудь? Не так громко, а то эти твари услышат. Но вам лучше укрепить ворота, а то новые наползут. Ты их убил? Прямо всех? Конечно. Ты Грюссель. О, ты работаешь на Раиса, так и знал, иначе было бы слишком хорошо. Хватит с вас, больше нечего брать. Фрикин, скажи ему. Айла, прошу, дай мне с ним поговорить. Ты не имеешь права так себя вести, Фрикин. Надерет тебе зад. Давай, Фрикин. Ради бога, Айла, да хрен мне что сделать, разрежу нахрен его. У нас больше нет ничего. Раис ждет оплат, так что либо плати, либо тебе крышка. И твоей жене. Не смей так с нами, врежь ему. Ладно, вот. Все, что у меня есть. Настоящий мужик бы ему врезал. Ух, я бы тебя отхреначил бы, скормил бы тебя. На этом расстанемся, кажется, у тебя проблемы посерьезнее. Да, мужик, мне жалко тебя. Так, Карим, я забрал деньги у Грюсселя, чувствую себя отвратительно, но деньги у меня. Остался всего один долг на парадный. Так, есть версии, как мутанты попали в деревню. Версии, я точно знаю, как они попали. Этот кретин в маске срезал засов. О ком ты говоришь? Его, так, его называют человек в противогазе. Он живет снаружи, у него мозги набекрень, поэтому он постоянно носит противогаз, будто это его защитит. Ты уверен, что это он? Один из охранников видел, как он срезал засов и убежал. Надо что-то сделать с этим типом. Понятно. Подождите. Где здесь денег переночевать? Так. Уже ночь настала. А мне бы не хотелось бы ночью бродить. Давай-ка вот сюда. Так. Хрен там, в окно не лезет. Ну-ка, это что, прилавок какой-то? Я ночью никуда не пойду. Так, тут что? Что тут есть? Вау! Кровать. Дождаться утра. Интересно. Так, 9 часов спустя. Вот теперь можно и навестить этого козла. А то ночью, да не по знакомой, по незнакомой местности, я тут днем такой как пробрался. А ночью-то тем более. Хоп! Хей, хоп! Так,
Давай, на. На. Блин, думаю, что его никто не знает, значит, не заметит и не увидит, как он сильно ошибается, правильно? Хоп. Поплаваем. Правда, когда вылазим, ни хрена не видим, потому что все лицо водой. Не, чтобы глаза протереть. Функции такой нету здесь. Так, он где-то здесь. Я так думаю, что да. Кто-то шипит по-звериному. По-змеиному. Рычит по-звериному. Давай, давай. Хоп. Ой. Вот они. Так, надо поговорить. Вот с ним надо поговорить. Так, мы только что платили чертовы кровососы. Так. Don't shoot the messenger. I'm just trying to get by. Не пеняй на конца. Я делаю свою работу. Да ну, мы тоже. Рейс обещал нам защиту, но пока он только тянет с нас деньги. Нет никакой защиты, одни угрозы. Ты с другим пришел. Слушай, я хочу закончить с этим поскорее. Что надо сделать? Может рассказать тебе, как быстро все горит? Господи милосердный, ты просто тварь. В этой сумке все мои деньги. Забирай и проваливай. Если это имеет значение, мне не нравится то, что я делаю. Я бы лучше вам помогал. И все же ты это делаешь, верно? Так. Ну все же делаю. Так, забрали. Окей, Карим, так, все. Так, я почти уверен, что буду гореть в аду. Давай, что у тебя есть? Короткий нож, короткая кувалда, так, великолепная бейсбольная. Так, чертежи, вот какой-то опять чертежи. Ну, чертеж я взял, только не знаю, что это. Чем оно мне поможет. Возвращаемся. Чтоб отдать деньги. Хоп. Ну, кстати, у воды-то неплохо устроились, никто к вам не подходит. Ай-яй-яй-яй, мне бы сейчас живым бы добежать. Так, кстати. Так, что такое? Кто-то обратился на сенат, же мы пытаемся держать ситуацию под контролем, но к черту равенцы. Нам нужно анестезин, кровь из носу. Рис обещал два ящика, целых два, клянусь, я сделаю все, что могу. Ты поспеши, прошу. Я уж понял, что спешить надо. Ладно, так бегу, лечу вон изо всех сил. Ой. А как тут? Ну-ка. Давай, 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 давай. Как-то я некрасиво упал, какие-то очистительные воды. Сооружение. На. На. Так, лезем. Тихо, тихо. Ну давай, 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 залазь, залазь. Так. Я не понял, а что залезть-то, залез? А что ты дальше-то не залазишь? Так, мне надо по карте посмотреть. Как мне пробраться? Тут что за щит? Защищать. Это что? Не знаю. Так, мне надо чуть-чуть. Вот сюда вот как бы. Так, один. А, вот. Поднимемся. Мы не гордые, ножками пройдемся.
Ой-ой-ой, туннель. А, кстати, да, вроде я как по туннелю уже полз. Большому этому. Оп. Да подождите вы. Блин, давай. Грейн, how close are you? Давай, ты скоро, не знаю, на полпути. Тебе надо куда-то забежать. Зачем? Наши ребята потерялись где-то возле рынка. Это уже не мое дело. Я тебе поручаю найти их. Или даже не трудись возвращаться. Блин, да ты запарил. Ты меня почему так? Где этот рынок? Надо с магистрали так уйти вот сюда куда-то. Ладно. Посмотрим. Да уйдите вы. Так. Бля. С такой высоты навернулся. Ради хрен знает кого. Давай, беги. С таким мечом. Ты должен быть вообще неуязвим. Что здесь? Алкоголь. Хоп. Поздно. Извините. Простите. Давай. Куда? Пока правильно бегу. Только по верху или по низу вот надо. Защитить. Не, давай, пока не будем. Kareem, I think I found your lost patrol. Так. Something ripped them limb from limb. Search the bodies. Look for some blueprints in a small так, envelope. Найди чертежи, так, аккуратнее с ними, они стоят больше, чем все их дохлые говнюки вместе взятые. Holy shit! Так, нашел дохляка. Кто там? Ой-ой-ой-ой-ой. Это ты по мне стреляешь, что ли? По мне. На. Хоп. На. Not yet. Wait a sec. Так, подожди. Сейчас мы... А как его оттуда вытравить-то? Так, подождите. На! Так. Вот и все. Минутку внимания. Так, забраться я туда не могу. Подожди. Нет, не могу забраться я туда. Все берем. Что тут еще есть? Смотрим это тело. Так. Че, дом на первом этаже, как вы думаете, или в машине? Металлические детали нашел. Так, только не говорите, что это на крыше дело. Вот еще один.
Вот они, вот они. Окей, got it. Good. Bring it back to me right away. You're going to be a hero around here. Ладно, давайте попробуем один трюк. Хоп. Hey, you! Come over here. Хоп. I'm on the antenna. Do you see me? Так, во. I'm up here. I need your help. Все, взял винтовку хоть. Подождите, подождите. Теперь надо же еще спуститься. Где тут можно спуститься? Где тут можно? Отойди. Все, бежим на базу. Тут сколько? 400 метров, да? Я же понимаю, это в метрах же исчисляется. На. Где ты? Подожди, а вот это... Вот эта штука же, дубина, ночной летчик. Все, она уже нам как бы не нужна, потому что ее не починить. Давайте-ка мы ее разберем. А вот еще, смотрите-ка. Тело. На. 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 Да сколько в тебя можно этих стрел-то всаживать? На. Бум. Вот так. Ой. Подождите. Не то. Бум. На. Чё, не взрываешься? На. Не взорвались. На. На. Пум. Есть. So, давай, 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 давай. It's safe to say that Rice сказать, что местные Раиса любят, так, не думаю, да. Хоп. Где тут обойти-то можно? Побочные миссии мне как-то... По боку. Вот такая ирония. Побочные миссии по боку. Кто здесь? Ищем. Давай, выйдем отсюда. Все, там больше нам нечего искать. Нам нечего больше ловить. Нам сюда, сюда. Блин. Ребята. Кого ждем? Вот так вот. Это на будущее, так сказать. На перспективу сработали. Смотрите, как я от вас убегаю. Хоп. Хоп. Главное в эту дыру не провалиться. Блин, а вы-то откуда тут взялись? Нате вам. Только отколупнитесь. Ой-ой-ой.
Давай, 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 беги, беги, беги. Не буду я с вами бодаться. Вот чертежи. Отлично, на тебя можно положиться, не то что на этих алкашей. Рис ждет тебя. Может, мы еще поработаем вместе. Ну давай. Боже, надеюсь, нет. Так, мне куда? Милосердие, они принимают за слабость. Дашь им палец, или они откусят руку по локоть. Понял? Я дал тебе приют, хлеб, женщин, оружие, а ты не можешь выполнить простое задание. Вас всех стоит отправить в яму. А, явился наш лакей из башни. Ты мне принес что-нибудь, дружок? Yes, I do. Принес. Ага. Теперь твоя очередь отдать обещанное. Два ящика антизина. Вряд ли. Твоя преданность башне лишь слепая покорность, Крейн. Трусливая покорность лживой системе. Ну, первоначально не хотел ничего отдавать. Ты безумно следуешь их правилам, как и моим. Хорошая собачка. Ой, такие долго не живут. Мы же договорились. Твоим друзьям нужен антизин. Догадываюсь, что сейчас как никогда. Но тот, кто следует чужим правилам, больше не мужчина. Но так и быть. Держи. Еще это два ящика. Тут только 5 капсул, ты обещал 2 ящика. Если хочешь еще, я дам тебе возможность. Боец Скорпион, Джеймс Альмир из ваших. Приведи ее. Я устраиваю бои на арене ради забавы. Хочу посмотреть, как дерется Скорпион. Любопытно, сколько она продержится до конца. Ага, сейчас. Что? Нет, забудь, этого не будет. Не слышу уверенности в твоем голосе, Крейн. Кажется, ты еще не сделал выбор. Будешь верным псом и спасешь жизнь жителей башни, или будешь мужчиной и спасешь даму? Конечно, даму спасу. Постарайся. Ну же, и подумай. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока. Сейчас прокачаем уровень выживаемости. Что он нам дает? Научитесь лучше ремонтировать. Ремонт оружия навсегда будет расходничать. Так. А это... Научитесь использовать электрические ограды. А это научитесь создавать сюрикены с 3 дополнительными эффектами. Замораживающим, горящим и взрывными. Нет, давайте-ка вот это. Да. Да.